53 пожара произошли в округе в первые три месяца 2018 года. Это стало известно на пресс-конференции сотрудников МЧС «Люберец». Также они рассказали о планах работы в период особого противопожарного режима на территории округа. На этот раз из-за погодных условий он начнется немного позже, чем в прошлом году. На пресс-конференции сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров на территории округа растет, учащаются и случаи гибели на них людей. На сегодняшний день на обслуживаемой нами территории произошло 53 пожара. За аналогичный период прошлого года тоже было 53 пожара, на которых погибло 6 человек. В прошлом году была гибель 4 человек. Соответственно, пострадало 9 человек, в прошлом году 4 человека. Все случаи гибели людей на пожарах произошли в многоквартирных жилых домах. Также на встрече отметили, что ежегодно на территории Московской области вводится особый противопожарный режим. В прошлом году он начался с 1 апреля. В этом планируется с 15 числа. Это нас настраивает на проведение ряда мероприятий, направленных на прохождение этого периода безопасно. Это, вот как сказал Роман Минич, конечно, и горение сухой травы, что может подвергнуть возгоранию хозпостроек и садовых домиков непосредственно в близости, которые расположены к этим участкам, где возможно возгорание. Отметим, что во время особого противопожарного режима запрещается разведение костров и жжение сухой травы. Нарушители могут понести двойную ответственность. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.